Вспыхнуло как свечка. В центре города загорелась 17-этажка по улице Курчатова. Густой черный дым. С крыши заметили очевидцы и тут же вызвали пожарных. По словам очевидцев, на место прибыла дюжина машин МЧС и два десятка огнеборцев. Оценив масштаб ЧП, большая часть из них вернулась в депо. Работу продолжили четыре автоцистерны, автолестница, скорая и полиция. Из здания были эвакуированы шесть человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Как позже выяснилось, возгорание началось на четвертом этаже, где расположена парикмахерская. Причины пожара выясняются.